Поездка главы Ленинского района началась с компании «Мегапак». За плечами крупного предприятия, где трудится более 250 человек, 20 лет успешной работы. За эти годы она стала одним из ведущих российских производителей напитков. Олег Хромов прошелся по просторам и цехам компании и осмотрел оборудование, соответствующее самым современным технологиям. По окончании небольшой экскурсии по предприятию состоялась встреча с коллективом «Мегапак». Вдвойне приятно, что ваше предприятие или группа компаний является очень активной. Многое нам удается благодаря вашей вот такой вот неравнодушности и активности решать. И дорога в этом году отремонтирована, появится в данной промзоне. Тоже благодаря тому, что вы являлись вот этим драйвером продвижения этих идей. Традиционной частью подобных визитов является чествование наиболее отличившихся работников. Екатерина Карасева – сотрудник предприятия с многолетним стажем. Сейчас она занимает пост директора по персоналу компании и гордится тем, что трудится именно здесь. Труд он объединяет и сплачивает, но в наше тяжелое время однозначно это средство зарабатывания денег. И, к счастью, наше предприятие дает достойные зарплаты, и у нас зарплата полностью, что называется, белая, поэтому люди работают здесь действительно подолгу и династиями. Следующей компанией в программе посещения стала «Газпром» в НИИГАЗ, одно из старейших предприятий, расположенных на территории Ленинского района. Здесь почетные грамоты из рук Олега Хромова получили 4 сотрудников. Всего же в научном институте трудится более 1000 человек. По словам главы района, коллектив – это важнейшая часть любого предприятия, которая и позволяет ему быть эффективным, а значит работать на благо общества. Оба предприятия отличаются очень хорошим уровнем заработной платы, а для любого муниципалитета, на территории которого располагаются подобные предприятия, очень важно, поэтому, так как это большие достаточно отчисления в наш бюджет, бюджет Московской области, и благодаря таким предприятиям мы можем реализовывать те социальные программы, которые мы выстраиваем вместе с жителями. В рамках мероприятий, приуроченных к областному дню труда, Олег Хромов планирует продолжить рабочие поездки по крупнейшим компаниям Ленинского района. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов и Елена Кошлева. Видное ТВ.